Шапочка, купальник и тапочки. Все, что нужно, чтобы поплавать в бассейне Куйбышевского района. Новый спортивный комплекс открыл свои двери для всех желающих. Бассейн работает с конца прошлого года, но тренировались в нем только воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва номер 8. После усиления мер безопасности бассейн стал доступен для всех с 4 мая. Бассейн мне очень понравился. Температура воды комфортная, чисто, аккуратно. Длинные площадки, глубина позволяет и нырять. И самое приятное, что есть возможность обычным жителям района посетить данный бассейн. Дети заниматься в бассейне могут с 7 лет. Для них открыта секция по плаванию. Взрослым доступны индивидуальные и групповые занятия с тренером. Также предусмотрены абонементы на 8 занятий и разовые посещения. У всех свое видение там, по времени, по способностям, по финансам. То есть каждый выбирает для себя то, что нужно. Спектр достаточно расширили, чтобы было комфортно всем. Абонементы уже приобрели около 80 человек. Все тренировки длятся 45 минут. Спортивный комплекс работает ежедневно с 7 утра до 10 вечера. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.